Патриотизм со школьной скамьи. В областной столице продолжается месячник по благоустройству, к которому присоединились и учащиеся Самарской школы номер 34. Навести порядок решили возле дома ветерана, жителя поселка Зубчининовка. Мы пришли к Геннадию Алексею Сачкову. Он выпускник Словецкой школы Юнг СССР. Помогаем ему как можем. Вот от школы нашей мы пришли убираться. Также ему недавно исполнилось 25 лет. У него был юбилей. Мы приходили поздравлять его с днем рождения. Учащиеся во главе с преподавателями образовательного учреждения облагородили территорию перед домом, убрали мусор, листву и ветки и навели чистоту. Подобные акции – одна из составляющих воспитания молодежи, уверены учителя. Как раз-таки, да, что я являюсь выпускницей этой школы, в школе заведены эти традиции. То есть у нас с самых малых лет, когда мы только приходим в первый класс, организованы мероприятия по патриотическому воспитанию. То есть это и классные часы, это проводятся встречи с ветеранами, с дети войны, да, мы приходим, приглашаем. Школьники, общаясь с ветеранами, раскрываются как личности, социализируются, не стесняются помогать и задавать вопросы. Как признаются сами, вкладывают душу в свое дело. Нужно помнить подвиг тех героев, которые воевали за нас во времена Великой Отечественной войны. И для нас, ну, я бы не сказал, что это какая-то сложность вообще в чем-либо. Мы пришли, потратили тут, ну, 30 минут, пускай все вместе собрались, и помогли человеку, который воевал за нас. Сделать город чище и комфортнее, внести свой вклад могут все жители. 23 апреля во всех районах Самары состоится общегородской субботник. Инвентарь предоставят управляющие компании и ТСЖ. Юлия Василькина, Василий Колдашов. События.